Утрата последних носителей традиционной культуры палеоазиатских народов требует от исследователей интенсивного сбора фольклора. К такому мнению пришли участники круглого стола на тему песенная и музыкальная культура народов. Он прошел в Якутске в рамках второй международной конференции «Фольклор палеоазиатских народов». На заседании остров стал вопрос сохранения языков малочисленных народов Севера. Также участники отметили, что разная степень изученности культуры, истории, фольклора палеоазиатов и ежегодная утрата носителей их культуры требуют от современного поколения исследователей более интенсивного сбора материалов. Важно, чтобы ресурсы по языкам, словари, тексты, в том числе озвученные тексты и видео и так далее, были в интернете, чтобы это было доступно, чтобы любой человек, интересующийся, мог найти материал, вспомнить родной язык или выучить этот язык, и чтобы это было в общей доступности, разумеется. Но это не панацея, это только помощь. Главная задача, если мы хотим действительно возрождать языки и культуру, это сделать их модными. Вот это сложнее всего. Ну и задача тех людей, которые еще помнят их, как я уже сказал, это говорить друг с другом, со своими детьми прежде всего.